Я не знаю, включилось, нет, не важно. Попробую сыграть, чтобы не шумело так. Не знаю, что сделать. Провод мне дал такой чел. Наступает Александр Алёнин, ансамбль, унылые песни. Ансамбль, унылые песни, даже не песни, потому что я не умею петь. Чё, она вырвалась? Сейчас, подождите секунду. Посмотрю, почему вырубилась. Почему ты вырубилась? Громче сделать звук. Так. Проверим. Так, я не знаю, записывают или нет. Выступает Александр Алёнин. Приветствую, ребята, просто задонатьте мне немного на нейролептик. Чтобы я дальше жил, я продолжаю рисовать. Вы видите это. Каждый день я рисую. Сейчас покажу. Вот, например, вчера нарисовал. Не нравится.
Мне только нужно купить нейролептик. И все. На самом деле мне нужно объятие. Твое. Объятие твое. Военная пропаганда. Я сделал рисунок против военной пропаганды. Антивар. Нет войне. Но они не услышали меня. Никто здесь не слушал меня. У меня нет друзей, нет подруг. Реальности здесь нет сторонников. Никого нет. Я очень одинок, прошу тебя стать моей женой или моей подругой, или там другом. Мне очень одиноко. Прости за это ужасное. Тут мои пейзажи. Я не прошу тебя их купать. Все, хватит.